Добрый день. Я винодел Магдалена Гарсия Роха. Сейчас мы находимся в регионе Кастилья-Ла-Манча. Самая большая зона в Испании по производству вина. Мы здесь собрались, чтобы презентовать Рибера дель Рио Темпранио. Это вино категории земли Кастилья. Темпранио – это местный сорт винограда. Это вино красно-черешневого цвета, чуть выше средней интенсивности, с ароматами, присущими этому сорту винограда. Во вкусе это вино богатое, мягкое и гармоничное, с приятной терпкостью. Рекомендуемая температура между 12 и 15 градусами. Очень рекомендуем к мясу или к тушеным блюдам. Надеюсь, вам понравится. На здоровье!